Сегодня у нас 6 сентября 2018 года. Это поселок Потеряевка. Утро. Время без 15:08. Вот мы решили зайти на усадьбу Романа Малыша, бывшую, посмотреть, что тут у него. Как он уехал, осталось. Оно все заросло. Здесь вот раньше, если кто видел предыдущие ролики, тут большие стояли тополя. Ну, вот таким, как у Жени Унчика, Евгеньевича, возле дома. И вот он почти в одного все это сваливал. Мы только помогали ему тянуть деревья. Вон этими. Но они меньше были, чем вот эти, да? Вот. Такие же. Такие же? Ну, вот тот-то самый большой. Вон тот самый толстый. Тут потончик, конечно, они были. Ну, вот такие вот, я говорю, как у Женечка. Ну, они поменьше, чем те-то у него. Видно. Вот. Я именно в объеме. Именно в объеме. Не по высоте, а в объеме. А где-нибудь там сейчас зайдем. Вот здесь вот стояли тополя. Все это вот у него кирпич был. Видимо, готовился печку себе делать. Тут мы ему много дров кололи. Не одну машину накололи. Он сейчас на ползунова отдал КамАЗ с прицепом. Отсюда колотый дров нам. И еще столько же осталось. Вот у него. Это его контейнеры железные. За место дома они у него были. Даже он колючую проволоку с собой привез. То есть основательно подготовлен был к обороне. Ну, это он, говорит, ему там отдали просто. Он... Смотри, как заросло тут все. Ну, что, брат? Надо, брат, как-то пробираться тут. Ну, где? Где-то надо ходить-то. Сейчас тут все заросшее. Вот он пенопласту набрал, хотел утепление все это делать. А положил пенопласт на пенопласт. И, видимо, промокло осенними дождями. И между ними образовался лед. Они примерзли. А надо было убирать, потому что коровы ходили, они бы все это в труху бы превратили. Начали отдирать, и вот такие вот поломались куски. Да. Вот, брат. Тут лестница, это и уже Евгений Ничук тут все закрывал, чтобы коровы не заходили на участок. Вот так вот надо, так и пробиваться надо. Перелазить здесь и туда пошел. По идее, надо было эту с собой взять, хотя бы лопату или косу нам с тобой. Или это. Брат, надо что-то взять такое, чтобы раз, сразу ударить. Вон, дверь, например. И она сразу ляжет все это. Или брусок какой-нибудь, или... Там, не знаю, ну что-нибудь такое, есть чтобы... Есть лопата, не лопата. Да здесь-то навряд ли, у нас там есть. На это, на саману. Что, взять на саману? Ну возьми. А ну я... Где? Нет, внутри нет. Там, да? Нет, нет, она в этом, в дровянике должна быть. Вот, смотри, что-то. Нашел что-то? Лопата. Ну, а там, совковый. Ну, хотя бы. Говори, ты поперек вот так бери и это, надавливай на траву. Может так, а можешь я поперек я найду. За лопату и за черенок возьмись. Не дави вниз, она тогда ложится. Ну, помнишь, я этим коровам-то делал ход-то? Жезл брал и так прокладывал путь. Так пойдем, здесь? Да, да, здесь. Надо. Так давай дверь, брат, бросим, да и все. Слышь? Сейчас я сделаю, ой, подожди. Дверь бы бросил, она сразу бы все замела сейчас. Понятно, здесь дверь, она же маленькая дверь. Какая дверь? Ты что, она знаешь, какую площадь бы сейчас замела сразу? Потом свободно поднимай. Вот так меня матушка научила пробиваться сквозь джунгли. Туда, в левую сторону только уклоняйся. Ты куда, туда пойдем? Да, да, туда, вот налево, налево. Не направо, а налево. Налево? Да, да, налево. Смотри, тут... Тут заросли, вот. Ну да, я тебе про что и говорю. Земля-то тут хорошая.
Конопля так мне нравится, как пахнет. Аккуратнее с этим. А то еще что-нибудь посчитают. Да я знаю, что комментировать там будет. Вот она у нас какая красавица. Вот у него тепличка была построена. В обустройстве огорода ему помогала очень хорошо матушка Людмила. Брат Роману Малышу. Ну, она ему... Агрономана, да? Да, агронома. Ага. Советы ему дельные давала все это. Ну, а по дому он уже сам уже тут по интернету смотрел, где что строить, как. Сейчас покажем фундамент, где он уже заложил под дом. Он такими этими тумбами сделал. Что там? Вот он начинается уже. Не, вот это вот. Я тебе про это и говорю. Вот я тебе про это и говорю. Это у него фундамент для дома. Он вот на таких этих, как они называются, столпы какие-то бетонные. Это мы помогали ему заливать бетон. Он потом хотел, он же брус купил, и хотел сверху насаживать брус вот на эти железные стояки. Бутылка-то она просто так, чтобы это железо не гнило, не мочилось. Вот так вот. А если бы... Ой-ой-ой, смотри, ой-ой-ой. Ну что, 1.5 метра надо. А, хорошо. Я ж специально... Он уже пищу, это... Пищу подаю для... Для комментаторов, да? Здесь вот у него уже была залита фундамент под печку, он сделал под русскую. Приходил к нам домой, смотрел все это. То есть мыслях у него не было, чтобы он... Да, класс. Брат, вот это земля плодородная. Ну, я говорю, вот Игнатий Ильич, он шутку говорит, говорит, здесь такая земля, что оглоблю, говорит, брось, телега вырастет. Да. Как бы так, шутка. Корняк-то, смотри, как буйствует тут. Ну, на ней работать, конечно, надо. Потому что борьба с сорняком это нелегкое дело. Так-то Роман вроде бы настроен был, ну, нормально, да? Да, настроен. Он не хотел уезжать же, да? Не хотел. Он еще даже думал, что со временем жена одумается, и он сюда ее привезет. Вторую, которая у меня с ребенком. Как важно избирать себе учителей, которые согласно Слову Божию живут, а не вымыслов человеческих. Все и начинается. Что это такое за крыша? Это у него лежит брус, закрытый, видимо, чтоб не гнил. Это брус. Он его видно, деревянный. Там дальше еще у него брус должен быть. У него тут много, он же хотел дом строить уже, все. Он все деньги потратил на настрой материала, который выручил, эту машину-то он продал, долбушу. Мерседес? Не Мерседес, а МАЗ. Мерседес он там что-то какому-то другу своему там подарил, что ли. Что-то такое там было. Не подарил, ну может, не знаю, не помню. А машину МАЗ он продал. Сперва контейнер продал, этот, вернее, саму телегу, а потом сам МАЗ продал тоже. Главное, он здесь нужен был, такой человек-то. Он что, я барабашу помогал, машину помогал ремонтировать. Но, правда, она старая, он так с ней не справился до конца. Потому что там надо кардинально все менять, запчасти все. Это все фундамент, да? Но он делал хорошо, с размахом, то есть заранее уже все предусмотрел. Ну, он такой большой бы дом был, да? Я не знаю, брат, не знаю. Не, ну по фундаменту. Ну, такой, да, это видно, что он для семьи готовил, не для одного человека. Уил... Вот эта площадка бетонная, вот, на которой я сейчас стою, это у него под русскую печь была построена уже, залита фундамент. Ну,
русская печь должна быть здесь стоять. Угу. Там ему, я ему заливал все это, помогал, потому я знаю, как. Ну вот, смотри, фундамент, все фундамент. Вот. Да, 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 вот они, да. Широкий дом, да, все. Ну, он, видишь, он экономил на этом, на бетоне. Там бы, конечно, у него просто денег бы не хватило, сколько надо было заливать по-настоящему-то, чтобы фундамент хороший залить. Там ради экономии сделал такие тумбы. Так, и что мы пришли? Вот, вот опять как он? Брус? Брус, да. Ну, он везде тут у него сделан. Сейчас надо влево уклоняться. Влево? Угу. Там у него туалет, он. Что интересно, в туалет как-то прихожу, а у него запаха в туалете вообще нету говна. Он туда, говорит, я эту в интернете вычитал, говорит, помидорная ботва, говорит, хорошо помогает. И туда забросил, все, говорит, запах ушел сразу. Смотри, какой он. Щепетильный. Не поленился, ведь узнал. Так он сколько времени там проводил? Матушка даже иногда говорила, говорит, слишком много часов он там в интернете сидит. Надо работать над землей-то. Ну, матушка, она все, она готова днем и ночью не вылазить с огорода. Ну да, она там живет на огороде. Ну, да. Человек любит талант, который даровал ей Господь. У Романа тоже много талантов, но ну, видишь, он как распорядился. Он трудолюбивый тоже, да? Трудолюбивый, вот еще. Иначе все на первое место ставил, иначе. Что он делает что, быстро. Туда? Туда, да, в сараю. Ага. Ему что нравилось с ним, что он делал все очень быстро. Вот это в нем нравилось иначе. Ты сам знаешь. Какие качества он ценит в людях. Ну да. Мне что в Романе нравилось, его простота. Вот, например, что-то он там не так что-то сделаешь, он как бы, ну так, ладно, говорит, типа, сильно не беспокойся, там что-нибудь такое вот. Ну, то есть, я сам по себе такой же человек, ну и мне такие люди нравятся, в простоте когда. Пальцы типа, да? Ну. Взял дерево, уронил на провода, почти провода оборвал все там. Там начали все возмущаться, он говорит, ну что, ну с кем не бывает, ну уже все, говорит, сделано, чего, говорит, возмущается. Такой в простоте. Как одна сестра пожилая была, что-то там кто-то сделал не так. А Игнатий Иванович, давай ее отсчитывать, эту женщину. Она такая, ну Игнатий, ну мы же христиане, мы же Царство Небесное идем. Ну что ты типа возмущаешься тут? Что-то испортили там. Мы же христиане, говорит. Зачем тебе это, говорит, надо вроде? Его же долларами, да? Вот досочки у него уже тоненькие были готовы. Этот сарай он в одного строил. Там закрыто может быть. Тихо, тихо, тихо. Подожди ты, что ты делаешь? А, тут это. Саморез, короче. Да, это еще. Евгений Нечук тут все заделал, чтобы никто не заглядывал. Так что мы только так снаружи посмотрим и все. Ну вот они, дрова, да, или что это? Здесь помогал этот еще Игнатий, как его. Сарай он сделал, да? Сарай, да, он один делал. По крайней мере, когда мы уезжали по осени, он еще только делал эти основания этого сарая. А вот, видимо, доделал уже ближе к зиме. Сколько время вот? Время к 8 часам подходит. Надо еще. Я думаю, переоденусь. 3 минуты не могли. Ага, ага. Где готово. Что, куда еще надо прорубить? Да тут что прорубать-то? Тут больше ничего и нету. Самое основное это вот сарай, который фундамент мы показали. В принципе, все показали. Пойдем тогда. Ну там еще где-то доски лежат тоже, вон видно, палаткой закрытой. То есть он, говорю, он очень основательно подготовился. Это говорит о том, что он не собирался вообще никуда уезжать. И он не хотел уезжать-то. Просто его заставили это сделать. Он даже в том состоянии, да? Да. В том состоянии, так сказать. Он так хотел жить здесь и бороться. Так, можно сказать. Бороться. Бороться. Бороться, да. За чистоту. В своем понимании, конечно.
так вот. Ну, вроде я слышал, что он хотел все это продавать, но вот не знаю, что-то кто-то должен был из родственников сюда приехать, все это продать. Но так никого и нету. Да, вот написано же в Слове Божьем, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Не дурил бы, все бы было хорошо. Вот. Он главное заготовки различные сделал, матушки там в погребе стоят, в бочке. Всякие там соленья, варенье. Он приезжал такой, вроде был спокойный снаружи-то. Снаружи он был спокойный, да, себя вел так нормально, размеренно. Да и не чувствовалось ничего, что он... Не, что-то... а внутри я все равно чувствовал, что он в нем кипит работа. Ну, кое с чем он был, конечно, не согласен тут, явно, что было видно. А так, в основном, ему все нравилось. Ну, ладно, ну, вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.